станции под обстрелом. Нам нужно выиграть для них немного времени. Принято! Принято. Оверлорд, на связи Хантер 2-1 главный. Понял, 2-1. Доброй охоты. Он на балконе. Так точно. Слежу за цель. Прикрой меня! Рамирес, противник на балконе. У нас потери. Неприятель подавлен в секторе 2-эхо. Понял, 2-1. Хантер 2-1, внимание! Противник в юго-западной части, на 5-м этаже. Обстреливает точку эвакуации. Отбой. Принято, Оверлорд. Мы немедленно отправляемся на 5-й этаж. Отбой. Да, я его вижу! Приготовиться к атаке. Цель у тебя на 2! Не могу стрелять!
ликвидировано в секторе 4 Чарли. Вас понял, 2-1. Оверлорд, мы на 5-м этаже. Продвигаемся к юго-западному углу. Вас понял, 2-1. Какое-то движение. Следите за своими секторами. Проверьте углы. Эвакуация у монумента Вашингтона проведена, прием.
Никак нет, 2-1. Они ведут бой с пехотой и легкой техникой у монумента Второй мировой. И похоже, им там не сладко. Прием. Понял, Оверлорд. Сделаем тут же все, что сможем. Отбой. Я держу вас. Выстрелы пошла. Ревер, второй этап эвакуации. Берите только тяжело раненых. Оверлорд. Дагер 2-2 подбит и теряет высоту. Группы РПГ у монумента Второй мировой. Жмите на гашетку до тех пор, пока всех не выкатили. Атлас 2-3, 2-4, 2-5 сбиты. Всем наземным войскам у 400-й площадки немедленно отступить. Вооруженный вертолет прямо по курсу военного ДБРЛ. Это Атлас 2-5, в зоне вышек 5-1. Мотор работает на 30% мощности. Я не могу взять больше людей. Придется кого-то оставить. 1-2, монумент уже кто-то обстреливает магистрали. Оверлорд 7. Эвакуация окончена. Повторяю, эвакуация окончена. Всем срочно покинуть район. Тревога! Тревога! Оверлорд, нас подбили, но мы держимся. Здание и департамент юстиции, большая единичная батарея. Приближаемся. Мы снимаем машину. Если рухнем, то взорвем единично-ракетный комплекс. Установлено. Генерал Шепард, на связи капитан Прайс. С возвращением, капитан. Да уж, как у черта со сковороды. Этот мир превращается в настоящий ад. Мы надеялись вернуть модуль до того, как русские его взломают. Мы ошиблись. После этого Макаров атаковал США. Следующий этап — мировой пожар. Что ты мне передаешь? Чтобы потушить горящую нефть, сэр. Обычно рядом с пожаром устраивают взрыв. Убрать кислород, и пламя погаснет. Прайс, похоже, ты переутомился. Приди в себя, не говори ерунды. Шепард, ты готов сделать то, что нужно для победы? Конечно. Назревает большой пожар. Взрыв должен быть не меньше. Ты слишком долго был в русской колонии. Это бред. Займись Макаровым. Нет времени, войну надо закончить сейчас. Это не просьба, Прайс. Это приказ. Ты... Кажется, связь оборвалась. Прайс, я еле вижу парашют Роуча. Слишком сильные помехи. Вы его видите? Прием. Так точно, Сол. Я нашел Роуча. Кажется, он цел. Идем к базе подлодок на северо-запад. Вас понял. Остальные сели рядом с Гоустом, довольно далеко к востоку. Пусть действует по плану. Получится, объединимся. Роуч, за мной и не высовывайся. Контакт. Патруль противника 30 метров прямо. 5 человек, автоматы, осколочные гранаты. Одна немецкая овчарка. Собаки. Ненавижу собак. В сравнении с тем, что я видел в Припяти, это болонки. Терпение.
не делай глупостей. Конвой, прячься! Пропустите их. Стали покурить. Займись одним, второй мой. Неплохо. Я готов. Прикончим их одновременно. Займись бойцом и собакой слева. Красиво. Остались без разведки. У противника есть ЦРК. Так точно. Вы уже нашли транспорт? Работаю над этим. Отбой. Противник! Берегись! За мной! Здесь не пройдет. Похоже, они нас ищут. Пропустите их. Смотрите в оба. Я уверен, они где-то здесь. Будьте начеку. Туда, быстрее. Возьми оружие с глушителем. Атакуем одновременно. Бери двоих справа. Продолжай поиски. Хорошо. Еще патруль с собакой. Атакуй или пройди мимо. Решай сам. Пользуйтесь боковым зрением. Проверяйте все снаружи. Thank you.
Соул, как насчет поддержки с воздуха? Беспилотник с ракетами воздух-земля уже вылетел. Вас понял. А скала подойдет. Роуч, бери управление предейтором. Проклятье. Что такое? В деревне стоит ЦРК. Предейтор сбит. Соул, нужен еще один предейтор. Роуч, пошли. Он слева, позади нас. Назад! Роуч, они знают, что мы здесь. Можешь выбрать другое оружие. Спасибо за зенитки. Да не за что. Надо уходить, взрывы привлекут внимание. Контакт на западе! Объединились с Гоустом и остальными. Вас понял. Второй предейтер скоро прибудет. Осторожней, их у нас не так много. А вот и подлодка. Прямо под краном. Роуч. Мы привлекли их внимание. База поднята по тревоге. Поторопитесь, через несколько минут она начнет погружение. Идем. Подготовка ракет. Ждите. Ракета воздух-земля готова. Прямое попадание по вертушке. Отлично, Роуч. Прикрой меня! Отлично. Грузовик уничтожен.
готова. Повторяю, ракета готова. Хорошая работа, БТР уничтожен. Полпути пройдено! Ракета воздух-земля готова. Снаружи выстрел. Минимум троих накрыл. Прикрой меня! Так точно! Один, цель у тебя на три. Ракета воздух-земля готова. Thank you.
нашим расчетам, цель ракеты — восточное побережье. Под угрозой Белый дом. Мы восстановим его. Это не в первый раз. Потери? От 30 до 50 тысяч. В зависимости от места взрыва. Плюс отказ всей техники. А ведь вы нас предупреждали, генерал Шепард. Не будем о прошлом. Мы не можем оставить такой удар без ответа. И мы знаем имя виновного. Нужно добраться до Макарова. Даю вам полный карт-бланш, генерал. Задействуйте любые ресурсы. Картинку с твоей нашлемной камеры. Прием. Они просят посмотреть на темную сторону Земли. Где-то 15 градусов к востоку от правой батареи. Вот так. Астра-1, картинка пошла. Хьюстон, что у вас? Прием. Хьюстон, МКС. Все окей, картинка четкая. Астра-1, следи за объектом. Сейчас разберемся, что это такое. Хьюстон, у нас на сегодня стартов не запланировано? Хьюстон, МКС, подождите. Похоже, у нас проблема. Хьюстон, это МКС. Что вы... Нас ждет наша война. Что случилось-то? Так тихо. Эй, что за черт? У меня прицел сдох. У меня тоже. Странно. Похоже, оптика накрылась. И связь тоже. Даже светофоры не горят. Ты только посмотри. Черт. Ладно. Теперь мы должны объединиться с остальными. Капрал Дан на позиции. Есть.
стрелять буду! Эй, не стреляйте, я отзыв забыл! Я просто связной, не стреляйте! Правильный ответ, Техас, солдат. Что у тебя? Полковник Маршал объявил сбор в точке Виски Хоутел. Вам надо идти на север. А ты куда собрался? Сообщите остальным. Идите к Виски Хоутел. Ты все слышал. Идем. Дан, иди первым. Есть. Прикрываю сзади. Понял. Звезда. Ах ты ж... Антак. Чисто идем. Это здание Эйзенхауэра. Белый дом на той стороне. Ведь нам надо именно туда. Дан, проверь, он жив. Мы прикроем. Только тихо. Позицию занял. Стреляй. Вперед. А как насчет тех ребят внутри? А что с ними? Я прикрою. Иди. Чисто. Я уж не знаю, что хуже, уворачиваться от падающих вертушек или мерзнуть тут на ветру. Да. Тихо. Я что-то заметил. Не стреляй. По своим? Не знаю. Звезда. Прикрой меня. Звезда. Ну скажи, Техас, черт возьми. Скажи. Контакт. Чисто. Выходим. Вперед.
за движение. Вперед. Мы на месте. Принято. Отставить разговоры. Рамирес, займись. Смотрите, какая печать. Я думал, президентский бункер под западным крылом. Тут просто для туристов. А тут, похоже, настоящий. Открывай. Настоящий он или нет, но он разрушен. Надеюсь, все выбрались. Работаем по плану МОЛОД. Повторяю, работаем по плану МОЛОД.
Если вы слышите это сообщение, значит вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа-5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит вы находитесь в защищенной постройке. Зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа-5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа-5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае визуального обнаружения этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа-5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши. Обнаружение этого сигнала, мы прекратим выполнение задачи. Куджа-5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Если вы слышите это сообщение, значит вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. В случае... Мы прекратим выполнение задачи. Куджа-5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. 2 минуты до сброса. Куджа-5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. 2 минуты до сброса. Через 2 минуты они уничтожат город. Надо попасть на крышу и остановить их. Меньше 2 минут. Если вы слышите это сообщение, значит вы находитесь в защищенной постройке. Пустите зеленые ракеты с ее крыши, чтобы обозначить себя. Куджа-5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. 90 секунд до сброса. 90 секунд. Надо прорываться. Если вы слышите это сообщение... Побежал, побежал! Куджа-5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Минута до сброса. Куджа-5-1, всем союзникам в Вашингтоне. Работаем по плану Молот. Повторяю, работаем по плану Молот. Минута до сброса. Осталась минута. Живо, живо! Если вы слышите это сообщение, значит вы находитесь в защищенной постройке. 30 секунд до сброса. 30 секунд. Виски Хоутел 01. Подтверждаю. На крышу, быстро. Передаю координаты. Ждите. Шашки, ну! Сигнал у Виски Хоутел. Прекратить. Прекратить. Отходим. Когда мы отправимся в Москву? Не скоро, приятель. Когда мы туда доберемся, мы сожжем ее до основания. Да. Всему свое время, капрал. Всему свое время. Это была тяжелая неделя. Мы потеряли больше, чем рассчитывали. Мы восстановим силы. У нас карт-бланш, и мы сделаем все, чтобы убить Макарова. Кто бы что ни говорил, мы совсем не варвары. Мы не убиваем гражданских, бьем точно в цель.
Этот преступник ушел в тень, но мы вытащим его на свет. Откроем его истинное лицо и будем сами писать историю, друзья. Для Макарова и его людей во всем мире остались только эти два убежища. Получается, нам нужно быть в двух местах сразу, сэр. Невозможно. У нас нет другого выхода. Шансы убить Макарова 50 на 50? Прайс, запроси разрешение взять логово вместе с Роучем. Разрешаю. Мы с Оупом возьмем кладбище в Афганистане. Хорошо. Мы отрежем им все пути к отступлению. Сегодня все закончится. Странно. Я думал, все закончилось еще вчера. Снайперы на позициях. Отряд вперед. Увидите Макарова, стреляйте. Вас понял. Вас понял. Вперед, вперед. Выезжают две машины. Не дайте им уйти! Вас понял. Бью противотанковым. Осторожно. Бью противотанковым! Уходите с дороги! Черт! Эти машины... Двое готовы. Движущаяся техника уничтожена. Внимание! Макаров не обнаружен. Повторяю, Макаров не обнаружен. Никто больше не покидал здание. Возможно, машины были приманкой. Понял. Идем к зданию. Очистить периметр. Есть движение! Вижу противника!
следи, чтобы никто не вышел через кухню. Вас понял. Скаркроу, доложить обстановку. Из подвала никто не выходил. Я тебя прикрываю, Роуч. В офисе чисто. Вперед, вперед! В подвале чисто! Вас понял, подвал чист. В гостиной чисто. Я разберусь, Роуч. Иди наверх и проверь комнаты на последнем этаже. Эта квартира просто золотая жила. Вас понял. Гоуст, пусть ваша команда соберет всю информацию. Имена, контакты, явки, все. Мы как раз этим и занимаемся, сэр. Макарову некуда бежать. Я приведу дополнительные силы для эвакуации. Время прибытия 5 минут. Соберите сведения. Конец связи. Роуч, подключись к компьютеру Макарова и начинай передачу данных. Азон, ты прикрываешь сзади. Я иду первым. Вперед. Иду. Оперативная группа, это Прайс. На кладбище прибыли еще люди Макарова. Соуп, прикрой меня. Я увожу вон того парня и с помощью его рации перехвачу их разговоры. Гоуст, мы притихнем на несколько минут. Удачи вам в России. Конец связи. Роуч, подключи записывающее устройство к компьютеру Макарова. Роуч, без файлов мы не уйдем. Начинай передачу. Роуч, в подвале склад оружия. Советую запастись, пока есть возможность. Люди Макарова сделают все возможное, чтобы не дать нам уйти с этими данными. Надо защищать ЗУ до завершения передачи. Используйте все оружие. Устанавливайте взрывчатку. Занять оборонительные позиции. Вперед! Готов к атаке. Я на позиции. Что за чертовщина? Внимание! С юго-востока движется большая группа противника. Они прорвались в периметр. Постараюсь разобраться с ними, пока они не подобрались слишком близко. Советую воспользоваться прицелами. Отбой. Вас понял. Всем обеспечить прикрытие поля на юго-востоке. Вперед! Есть один. Вижу, вот они, на поле к юго-востоку. Расчет РПГ двигается с юго-запада. Вас понял, расчет РПГ двигается с юго-запада. Противник уничтожен. Атаку тебя носили. Есть один. Граната пошла.
меня ранили, нужна помощь! Коуст, цель на 12 часов! Принял, веду цель! Снайпер один в ударной группе. Внимание! С северо-запада и юго-востока приближаются вертолеты противника. Он готов. Вертолеты противника, 15 секунд. Вас понял, 15 секунд. Контакт на севере! Меняю позицию. У вас не будет снайперской поддержки 30 секунд. Ждите. Силы противника двигаются в вашем направлении. Они у солнечных батарей на востоке у дома. Роуч, передача завершена. Я прикрою подход, а ты забери ЗУ. Пошел! Они идут у солнечных батарей на востоке у дома. Это Шепард. Мы почти в зоне высадки. Доложите обстановку. Мы двигаемся к зоне высадки. Роуч, вперед! Прикройте меня!
Роуч, Гоуст, прием, выходите на связь. Кто-нибудь меня слышит? Их нет, Соул. Шепард убил всех. Я пытаюсь к вам пробиться. Шепард нас предал. Предают тех, кто доверяет. Я никому не верю. Николай, прием, засек координаты? Да, я уже на подходе. Но я не один. С одной стороны люди Шепарда, с другой люди Макарова. Придется с ними разобраться. Или дай им перебить друг друга. Что ж, тогда до скорой встречи, мой друг. Thank you.
Николая! Продвигайтесь к западу! Thank you.
всего один пулемет. У них 1000. Мы даже не знаем, не солгал ли Макаров. Прайс? Нормальный человек не просыпается с мыслью о том, что сегодня последний день его жизни. Но я считаю, это роскошь, не проклятие. Знание, что смерть близка, дает свободу. Самое время свести счеты. Враг силен, нас мало. Мы на пределе, идем на верную смерть. Но камни и песок, за 1000 лет войны впитавшие столько крови, будут помнить нас за это. Потому что мы сами выбрали свой путь. И поверь, этот путь страшнее любого кошмара. У нас нет другого выхода. Мы должны это сделать. Мы его уничтожим. Буду ждать в точке эвакуации 3 часа. Не стоит. У меня билет в один конец, брат. Тогда желаю удачи. Соуп, впереди большая засветка. Пещера должна быть где-то рядом. Стоп, вражеский патруль. Не стрелять! Пусть сперва разойдутся! Они расходятся! Отлично! Подождем! Похоже, сведения Макарова верны. Они расходятся! Отлично! Подождем! Этот код стоил цены, которая за него заплачена. Впереди Альфы! Путь по руслу свободен. Прием! Право! Песчаная буря. Почти ничего не видно. Прием. Зулу? Двигаемся на восток вдоль каньона, к северу от дороги. Прием. Первый. Убираем группу справа. Прямо под нами. Двое слева моей. По моей команде. 3, 2, 1. Пошел. Как в прежние времена. Ладно. Теперь нам надо убрать другой отряд, пока эти не вернулись. Живее. Быстро вперед с остальными. Я на позиции. Огонь. У нас мало времени. Они вот-вот найдут тела. Нужно торопиться. Цепляйся здесь. Disciple 4, Аксид. Доложите обстановку, прием. Disciple 4, Аксид. Вы на связи? Прием. Вперед. Может, передать? Эй, у меня ничего не слышно с севера, Disciple 4. Может, передатчик поразит? Внизу 2 противника. Disciple 5 не выходит на связь.
Проверьте, что там. Прием. Тот, что на лестнице, мой. Вас понял, Арсид. Мы на мостике, движемся к котельной. Ждем указаний. 7-1-5-3-8-9. Дисайбл 6, врывайтесь туда и устройте зачистку. Приготовься! Сейчас! Дверь заблокирована. Приготовься взломать. Пробуем войти в спокойствие.
я Бачер 5 главный. У нас тут шнур взрывного устройства перерезали. Чтобы наладить, нужно минут 10. Прием. Времени нет. Cold Eagle требует готовности устройства через 3 минуты. Поторопитесь. Они заперли центр управления. Взрывайте дверь! Всем подразделениям. Внимание, я Gold Eagle. Произошло вторжение на объект. Приступаю к выполнению директивы 116 Браво. Если вы внутри объекта, мы не забудем ваши верные службы. Шепард, конец связи. Давай, код замка! Быстро! Быстро! Экскалибур, я Gold Eagle. Приказ открыть огонь. Групповая цель Ромео, вблизи позиции дружественных войск. Сэр, это всего в 100 метрах от вас. Это не предложение, а приказ. Вас понял. Огонь по цели вблизи дружественных войск. Изменить мир, нужна красивая ложь и море крови. Он собирается совершить самый большой обман в истории человечества. Его правда станет истиной, если он выживет, а мы умрем. Они сразу за углом, давай!
Пять лет назад я за какие-то секунды потерял 30 тысяч человек, а этот дерьмовый мир просто наблюдал. Завтра. Завтра будет много добровольцев, много патриотов. Я знаю, ты понимаешь. Все, вставай. Я думал, ты знаешь, на что идешь. Да все-таки это оно, знаешь, а ведь нас будут искать. Николай, надо помочь снова. Да, есть тут одно местечко.